Привет, мужики и мадамы. Я сегодня хочу рассказать вот про этот танк. Про этот. Я наконец-то его докачал. Вы видели уже, как я страдал на 69-ке? Не видели, как я страдал на хомяке? Хрен с ним, реально. Там ничего прикольного не было, ни одного прикольного боя, даже которые с мастером были. Я не хочу по ним ролик делать, потому что, ну, это обычный бой с обычным накидом, обычного урона. Танк вообще неинтересный. С его пробитием это вообще шляпа. А здесь мы имеем охеренный танк. Он в меру быстрый, как бы немедленный, но и не быстрый. С рикошетной плотной башкой. Единственный вот этот вот рот у него. Вот этот вот рот джокерский. Сука, шьется, по-моему, даже МС-1 его пробьет. Но, тем не менее, с перезарядкой в 20 там с копейками секунд. КД между выстрелами 2 секунды. С пробитием ББшечками 258. Это вообще супер агрегат, реально. Я прям рад, что его докачал. Наконец-то докачал. Все, не буду вас больше грузить технической информацией. А давайте выкатим его из ангара и пойдем всем кабины поотрываем. Погнали! Итак, что мы имеем? Нас закинули навстречу в Эрленберг. Слева я не поеду, потому что я, скорее всего, не доеду. Мне справа насуют в бочину. Справа у нас, получается, такие буераки, по которым лазить на хэвике, конечно, прикольно, можно башкой поторговать. Но туда слишком долго, душно ехать, с ПТшками перестреливаться. Я же на хэви, я же на натяже. Я поеду в центр. Тут есть много насыпей, где можно просто череп высунуть и поторговать башкой. Плюс, я еще даже еще не доехал, а уже откадышился. 23 секунды. 23 секунды КД. Это даже без доп-пайка. С доп-пайком-то было бы вкуснее, но я пока, ну, посыкиваю гонять с доп-пайком, потому что я не знаю, как этот танк в плане горючести. Тем более, у нас здесь встречный бой. Встречный. То есть у нас все баталии будут в центре происходить. Прямо на захвате. Вот он. Вот он едет у нас. Ягочка, раз, да убери ты башку свою тупорылую, блядь. Сука, конь, блядь. Это не супер конь, это сука конь. Да убери ты голову, блядь. Педрила, блядь. Вот из-за него, сука, я два шота проебал. Тупорылый конь, блядь. Вот тупорылый конь, сам, сука, не пробил, блядь. И мне не дал пострелять. Ну ничего, через 12... В смысле? Я прожета, я прожета увидел. Мы вот в эту форточку, да? 5 секунд прожета, если бы... Там форточка, блядь. Я в форточку засветил прожет. Он меня стрелял, по всей видимости, потому что я тут что-то... Как-то вот об эти уголечки видел, как снаряд разбился. Так. Еще один суперконь. Блядь. Танцует. Ёбаный. А-а-а! Ёбаный суперконь, блядь! Вот стал, падла, здесь. Ты бы его сроду не разобрал без меня, блядь. База овощная. Не, арта в нас не кидает. А, ПТшки там где-то в углу стоят. Им вообще поебать на меня. Если они там вообще стоят. Если они все в центр не приехали. Потому что здесь у нас... Чё? Здесь у нас объедок. Ну да, две ПТшки где-то еще пасутся. А кого мы здесь увидим? Никого мы здесь не увидим. Бля, кого-то увидели. Но это не я его светил. Вот он. Бежит. Имба, блядь. Я голду зарядил на тебя, братан. Имба, блядь. Сейчас я тебе там имба. Раз. Сука. Блядь. Этими же снарядами нереально. Им только забор ломать. А, 330. 640. 1580. А чё, ремок нету, да? Ты их там все потратил и сюда решил прибежать? Молодец какой. Не понял. А почему не по моему засвету? 340. Сейчас мы проверим, насколько у нас крепкий лоб. Я высуну лоб и стрельну в него. На. Он настолько туп, что он даже не успел меня стрельнуть. Он даже не хотел попробовать меня стрелять. А чё ты отсюда уехал-то, блядь, супер конь? Ты чё, за мной катаешься, блядь? Ты мне хочешь и здесь, блядь, подосрать? Хорошо, пизды получил, блядь, сейчас уедет отсюда. Я прошу, ты тут увидишь? Не увижу, блядь. Вообще никого не увижу.
Сука, скучно здесь. Скучно. Как бы место прикольное. Можно вот отсюда морды поторговать, посмотреть, с кем перестреливаться. Но никого нету. Это вот прям реально скучная позиция. Все здесь скопились. Все здесь. Вон ФВшечка скопилась там. И все плотненькие, все вкусненькие, с многохпшечками. Тихо, тихо. Эть, блядь, броня не пробит. Наконец-то этот суперконь сдох здесь, блядь, мне надоел уже, падла. Отлично. Мимо, блядь. Ну, надо сбросить барабанчик. Через 22 секунды. А! Вот так вот, да? То есть тут два суперконя было. Вот в чем дело. То есть я даже не знаю, кого я там это хуями обложил изначально. Угу. Два суперконя сдохли. Они меня так прикольно теперь своими тушками сейвят. Надо дождаться 705-го. Да выпрыгивай. Выпрыгивай, ублюдок. Выпрыгивай. Выпрыгивай. У кого нервы крепче, давай. Давай, выходи. Убивай меня. Убивай меня, давай. Ты же плотный. Ты же не боишься никого, блядь. Давай, выходи. Что ты носом шевелишь? Что, блядь, я сейчас по дудке, блядь, стрельну. Переломалась нахер. Чтоб ты своим кривым дулом сам себе въебало стрелял, потом сидел. Как ты побежал от меня? Ух ты, бабаха. Тихо, 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 бабаха. Ты куда? У меня еще два снаряда есть. У меня еще есть два снаряда на тебя. Вот тебе. Опа, рикошет. Рикошет. Ты на КД, да? Так, ну, тут выцеливать. Ух ты, я попал, блядь. Дайте сейчас гусельку. Опа. Как это? Что? Охуеть! То есть я ему успел выстрелить в гуслю, и за это время, прям секунда в секунду, блядь, его распидорасили на 1300 урона. Прям мгновенная карма, блядь. И все мне в ассист пошли. Я счастлив. Я несказанно рад. Так, ну теперь, ну на таком драйве, чтобы нам не поехать на Иса, не получить от него плюху. Мне насрать на эту плюху, реально. Он, тем более, он вообще на меня не смотрит. На тебе в гусель. На тебе в гусель. На тебе в гусель. И на тебе в гусель, блядь! Чуть-чуть насувал. Ну вы его доберете, нет? Доберете, он же меня еще раз стрельнет. Тебя затараню, блядь. Ну падал, ну прям на подъезде мне гуслю снял, блядь, чтобы я в него тараном даже ни одного урона не нанес. Ну что за тварь, а? Что за тварь? Фугасом меня стрелял. Фугасом. Глупое существо. Не, ну я до Аудиса уже не успею. Я тут на захвате поставлю чуть-чуть. Ну что, очки захвата тоже не лишними будут. Совсем не лишними. И Аудис вон он бежит. Бежит. Убегает. Беги, Аудис. Беги, маленький. Беги. Я тебе советую даже утопиться. Все равно мне урон в копилку не пойдет. Я и так 4300 накидал. Наассистил почти 4 косаря. Я думаю, это мастер. Это мастерский маневр был. Все. Удис отмучился. Его бы прикончил. Чистая победа. Ну, как и следовало ожидать, мастер на хэвике. 4300 накидано, 3800 насопорчено. Мне очень нравится аппарат. Так что, если вы думаете, что вкачать, особенно если у вас выбор там 50B или хэвика, ребята, качайте хэвика. Я вам прям настоятельно рекомендую, качайте лучше хэвика. А все, кто досмотрел до конца, не забывайте лукус поставить и в комментах хоть что-нибудь напишите. Это действительно помогает продвигать ролики, и мне приятно с вами общаться, хоть какая-то обратная связь от вас. Всем спасибо, пока!